Добрый день, друзья. Вот иду к дочке внука смотреть. Садик сегодня не работает. Я иду. Вы посмотрите, какая у нас земля, почти вся черная. Снега почти нет. Зато утром было 17 градусов мороза. И ветер сейчас поднимается, холодный такой. Вот представьте себе, каково сейчас корешочком растений, которые на поверхности. А если, например, виноград, ежевика, которые боятся мороза, не укрыты. Представляете? Вот это да. Вот так у нас зимы, друзья, бывает. Мороз на сухую землю. И все. И ничего не выживает из-за этого. А мы считаемся на юге. Вот такой юг, друзья. Так что я вот хотела сказать, что многие говорят, зачем вот укрывать, вы же там на юге живете. Да какой юг, елки-палки. Вот видите, какой юг. Вот ветер холоднючий, лицо восточное. Идешь, а щеки мерзнут. И руки тем более. Я еще рядом живу с дочкой. Вот. Сейчас уже приду. Ну, 5 минут ходьбы, скажем так. Медленным шагом. Вот так-то, друзья. Ох, друзья, пришла домой с улицы. А дома так хорошо. Тепло, светло, уютненько. Цветочки цветут до сих пор у меня. Посмотрите, какая красота. Вот я прям наклонить хочу такие цветочки сейчас вам, чтобы вы посмотрели. Ну какая красота, друзья. Посмотрите, там еще, вон они. Вот еще расцветать будут. Видите, какая прелесть. И там вот еще цветут вон там. Тоже красота. И розочки будут еще цвести. И пахистахис, друзья. И на окне тоже цветочки цветут. Прелесть солнечная сейчас у меня здесь. И кругом мои поделки стоят тут. Вот так вот, 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 вот. А еще, друзья, хочу показать вам вот такую вещь. Вот была картиночка такая. Я вам сейчас прямо расскажу за ней. Вот эта картиночка была. Была черным. Здесь вот сделана. Черная прям. И бледно-бледно такие желтенькие были выбиты из, это из железа. Розы. Ну, знаете, ну такая была, прости господи, страшно. Черная. Ну, представляете. И я решила эту картину вот сделать вот таким образом. Покрасила в золотистый цвет розы. Золотой. Зеленым покрасила вокруг. Тут ткань, друзья. Такая войлок, скажем так, битый. Я его покрасила в зеленый цвет и посыпала разноцветными блестками. Мне так больше нравится. Друзья, вот видите, стала какая красота. Это вот что я сделала. Еще сейчас покажу, что сделала. Я вот еще что сделала. Была у меня вот такая ваза. А это сделано из кости, из слоновой. Это покупалась она очень-очень-очень-очень давно. Вся она стала такая, ну, вот видите, желтая такая. Вот, ну, я в нее ложу вот такие вещички свои все, которые духи вот здесь лежат у меня. Ой, падала. Ну, короче говоря, вот она у меня для этого. И я, значит, что сделала? Я взяла ее, разукрасила золотистой краской. Вот. И подмедь, которая краска бронзовой. Вот со всех сторон так вот украсила я ее.
Теперь у нее другой вид. Но я еще хочу, друзья, конечно, здесь, может быть, приклеить какие-нибудь такие стразики. Ну, вот посмотрю сейчас, вот, может быть, что-то еще придумаю. Какие-то стразики, чтобы они более или менее отличали. Ну, вот стало немножко, конечно, вид другой. А то прям, ну, страшная была. Темная такая кость стала, темная и некрасивая. И вот я, знаете, все время думаю. Кость, говорят, убивает слонов. Понятно. Ну, я когда покупала, я этого не знала. А сейчас я уже все это делаю. Знаю. И вот, ну, какие люди все ж таки уничтожать слонов за вот этого, когда можно сделать из пластика, да еще угодно сделать такую вазу. Вот, друзья, пока все, что я. И начала вязать бабушки носки. Друзья, вот еще бабушки носки начала вязать. Это будет ей подарок к Новому году. Ну, это еще будет, я думаю, ей халат может теплый купить. Вот. Гамаш ей надо взять тоже. Ну, гамаши можно и без праздника купить. Вот такие вот, друзья, носочки будут у меня бабушки. Тепленькие. Итак, друзья, посмотрите, что я сделала. Я вот наклеила стразики. Еще раз покрасила золотой краской цветы. Вот эти вот выпуклые, как видите. Посыпала сверху блестящими. Так, блестки у меня тут разные. Зеленые, как видите. Красные, да. Внизу вот коричневые сделала. И поверху тоже я посыпала коричневыми блестками немножко. Ну, для... Вот сейчас с другой стороны покажу. С другой стороны, друзья, то же самое я сделала. Как видите. Вот точно так же и коричневыми посыпала. Друзья, вот эта картина была у меня совершенно другой. Здесь была светлая, светло-светло-бледная роза. Все это было немножко по-другому сделано. Я не художник, я вас уверяю. Но я все это разукрасила по-другому. И мне немножко не нравится такое дело. Я решила, ну уж если я все украшаю блестками, то я украшу блестками, конечно. И я сейчас украшу и вам покажу, что у меня получится. Итак, друзья, вот такая получилась картина. Наверное, я поверну немножко по-другому. Друзья, хочу сказать, художник из меня никакой совершенно. Это 100%. Ну, я вот немножко как смогла, так разукрасила эту картину, которая, ну, была готова. Ее хотели выкинуть, а мой муж, как видите, подобрал и протащил до дома. Он все тащит до дома. Ну вот, я решила сделать так. Цветок этот был совершенно другим, конечно. Он был, ну как, кремового цвета. Весь абсолютно полосочками такими. А я вот решила сделать вот такую розу. Друзья, не знаю, понравилась вам такая роза? Скажите мне. Ну и вот, конечно, может быть, оттенок немножко не тот, может быть, не так сделан кувшин, может быть, и листок не такой. Ну вот, как смогла, так и раскрасила, друзья. И считаю, что картина еще будет жить. Я ее повешу, и она будет висеть в коридоре у меня. Я хочу перед Новым годом коридорчик отделать, и обязательно туда повешу эту картину. Я считаю, что она имеет право жить. Кто-то ж ее рисовал, кому-то... Как говорится, хотелось нарисовать розу. Вот, пожалуйста. Теперь, друзья, она стала вот такой.
Итак, друзья, не знаю почему, но мне хочется делать свой дом красивым. Мне хочется, чтобы у меня были красивые вещи, сделанные своими руками. И вот, посмотрите, конечно, совсем не так, как у других людей у меня. У меня все здесь кругом поналеплено, понаставлено. Но, вы знаете, я вот чувствую себя в этой комнате, ну, как бы сказать, уютно. Уютно со всеми этими безделушками, со всеми этими, ну, как бы это сказать, вещичками, которые, ну, даже не знаю, как их правильно выразить, которые придают вот какой-то определенный комфорт, что ли. Нет, даже не так, уют, наверное, и тепло душе. И вот, знаете, хочется все больше делать, все больше украшать. Так что, друзья, если вы скажете, что ну совсем бабка на старости лет с ума сошла, то до старости лет мне еще очень далеко. Так что, если даст Бог мне жить, то я обязательно буду украшать своими руками не только свое жилище, но и помогать детям делать это. Ну вот посмотрите, какая стала красота. И вот, знаете, вот этот светильничек прям как бы помогает увидеть все это в ином свете. Правда же? Люди, ну какая красота, честное слово. Мне нравятся эти розы и здесь, и здесь. Ну ладно, друзья. На этом, пожалуй, я свое видео закончу. Если вам мое видео понравилось, ставьте лайки. Вот здесь еще повешу фотографии детей, внуков, свою фотографию. Вот этих внуков фотографию повешу обязательно. Я желаю вам удачи в вашей жизни, на работе, везде, где вы есть, где вы будете, чтобы всегда у вас было все хорошо. До свидания. Здоровья вам и удачи!